Ну, какие ощущения могут быть? Мы к этому шли 2 года, блин, только радостные ощущения. Я не знаю, команда вся рада, я рад, то, что будем играть в премьер-лиге. Не знаю даже, у меня эмоции только положительные. Какие ожидания от следующего сезона? Не знаю даже. С тем, как мы умеем настраиваться на матчи, я ничего не могу говорить, потому что будут команды серьезнее уже, намного серьезнее. Я не знаю, наверное, будем каждому матчу настраиваться как на последний. Так что посмотрим, жизнь покажет. Следующий год будет хороший год, потому что туда выходят вышли уже хорошие команды. Луки Спорт, Интер, Кастилья, считай, мы вышли, СПГ МПМУ вышли. Будет очень сильная премьер-лига. А как вот настраивались на сегодняшний матч с Континентом? Ну, либо премьерка, либо ничего. Вот так вот. Не знаю, потому что второй год проигрывать в стыках, это уже было бы перебор. Так что я не знаю даже, что было после, если бы проиграли, что было бы с командой. Но я не знаю. Только победа.